8 минут до конца второго периода. Динамовцы сравнивают. Тем интереснее смотреть дальше. Хотя вот продолжаю тему, после перерыва ты ее поднимал, что результативность еще может увеличиться. Я вот сторонник теории, что зрелищность и результативность – это разные вещи. А вот результативность приходит Владислав Каменев. 3-2. ЦСКА опять быстро отвечает на пропущенную шайбу. Что-то невероятное мы сегодня видим в исполнении армейцев. Но самое главное – это второй раз подряд, я бы сказал, да? И это самая правильная реакция на пропущенную шайбу. То есть мы вот только что говорили, что к этому делу шло по тому, что происходило на площадке. И «Динамо» создавало момент за моментом.